Сидит в кафе красивый парень. Кстати, лайфхак для девочек. Как познакомиться с парнем? Сидит парень. Я снимаю шапку, кладу на стол, подхожу сама. Говорю, привет, я сейчас в туалет. Посидишь с моей шапкой? Моя! Вот это лайфхак, конечно! Он мне говорит, да, хорошо. Правда, я шла на встречу. И говорю, дай мне, пожалуйста, свой телеграм, я напишу, когда буду подходить. Все, мне дают телеграм, я ухожу, возвращаюсь, он сидит, ждет. В этот момент ты для него особенный. Ты оставила, ушла, возвращаешься. Он сидит. Смотри, как у меня было. Я сидела на встречу в этот момент, и я думала, так, я специально подольше тут буду. Честно говоря, специально было, извини. Да. Я прихожу к нему, он сидит, вот такой обиженный вдаль смотрит. Я думаю, ну мой терпит меня, мой. Привет. Есть разные варианты пикапа и у мужчин, и у женщин. Есть куча разных техник, и чего я только не смотрела, не видела, не читала. Но вот с одной стороны, видео она рассказывает очень такой интересный момент. Это действительно, я считаю, что если мужчина тебе нравится, нужно делать первый шаг. Вот это вот все бабы, которые сиськи мнут там и безинициативные, это все полная фигня, потому что если человек нравится, хотя бы просто покажи ему, что то он тебе нравится. Возможно, мужчина сделает первый шаг. Ну, а если мужчина там не понимает намеков или еще что-то, ну, сделай ты первый шаг, как бы в чем проблема. Кто знает, как бы, может быть, в будущем создадите прекрасную пару, чудесный союз. Вот. Но когда вот такие дешевые манипуляшки в то же время вот идут, она сразу понижает ценность мужчины, она сразу его показывает, что как бы, ты уже в позиции просящего, ты в приниженной позиции. Она все равно в будущем такого особо уважать не будет, поэтому смысл тоже такое отношение строить, ну, как бы, я не вижу.